Добрый день, меня зовут Гушу Вячеслав, руководитель ландшафтной компании. Сегодня я вам сейчас хочу представить, это крупномер, это яблоня, сорт апрельская, возраст у нее 10 лет. То есть яблоня уже сформированной кроной, вот, уже находится в стадии активного плодоношения и выращена в питомнике и в продажу уже поступает на сезон, на осень, на весну. На осень 2018, на весну 2019. Вот отличительная особенность то, что дерево уже все сформированной кроной и уже находится в стадии активного плодоношения. То есть это не саженец, если брать какой-то годовалый и потом его сажать и вытягивать уже до первого плодоношения. Вот, плоды очень вкусные, все крупные. Вот. Все находится на капельном поливе. Вот такой плод. Яблоня, сорт апрельская.